Всем привет! Видео, конечно, не сохранилось, как я делал малосольные огурцы. На самом деле, конечно, очень жалко. Вот, но я могу рассказать просто вкратце. То есть, как бы, ну, это наш домашний рецепт, как бы, да, может быть, вы делаете как-то иначе. Рецепт достаточно простой и очень вкусный. Это в банке соляной раствор. То есть такой, знаете, как бы, ну на ваш вкус. То есть это огурцы слабосоленые, то есть малосольные огурчики. Вот. Определенное количество соли растворяется в кипятке, вода остужается. Вот. Огурцы, естественно, моются. Это у нас маленькие огурчики, такие, как я люблю. То есть я не люблю какие-то лапти там или еще что-то. То есть маленькие огурчики. Вот, все это укладывается в банку, укроп, листья хрена и листья смородины. И, конечно же, чеснок. Все это укладывается, заливается соляным раствором. 2-3 дня постоит, скажем так, не в холодильнике, а вот в таком вот теплом помещении, чтобы, ну, как-то... Огурцы чуть-чуть, наверное, там, ну, как бы, окислились, как бы, ну, там у них есть свой процесс. Вот. Если отсюда, ну, скажем так, влага испаряется, то вот этот соляной раствор я добавляю. Так я огурцы сделал вчера, соответственно, завтра вечером я их уберу. У нас сегодня будут сутки, да, и завтра будут сутки. То есть, ну, 2 дня, как бы, и... вечером поставлю в холодильник. Вот. И, собственно, буду уже там с жареной картошечкой, там с вишенкой на утро, как бы, да, все это кушать, употреблять. Вот. Пока никто там закрутку на зиму ничего не делал, поэтому, ну, такое, наверное, короткое видео. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал «Готовить просто», ставьте палец вверх, пишите ваши комментарии.